Здравствуйте, друзья. Футбол на Олд Траффорд – это всегда первоклассное зрелище. Константин Генич. Состав Манчестер Юнайтед. Представленная схема, вариация на тему 4-3-3. Чуть больше простора отдано на откуп фланговым игрокам. Крайне стартовый состав гостей. На ваших экранах тактическая схема команды на этот матч. Сегодня тренер предпочел оборонительный вариант. Здравствуйте, друзья! Футбол на Олд Траффорд – это всегда первоклассное зрелище. Константин Генич. Состав Манчестер Юнайтед. Представленная схема, вариация на тему 4-3-3. Чуть больше простора отдано на откуп фланговым игрокам. Крайне стартовый состав гостей. На ваших экранах тактическая схема команды на этот матч. Сегодня тренер предпочел оборонительный вариант. Здравствуйте, друзья! Футбол на Олд Траффорд – это всегда первоклассное зрелище. Константин Генич. Состав Манчестер Юнайтед. Представленная схема, вариация на тему 4-3-3. Чуть больше простора отдано на откуп фланговым игрокам. Крайне стартовый состав гостей. На ваших экранах тактическая схема команды на этот матч. Сегодня тренер предпочел оборонительный вариант. Здравствуйте, друзья! Футбол на Олд Траффорд – это всегда первоклассное зрелище. Константин Генич. Состав Манчестер Юнайтед. Представленная схема, вариация на тему 4-3-3. Чуть больше простора отдано на откуп фланговым игрокам. Крайне стартовый состав гостей. На ваших экранах тактическая схема команды на этот матч. Сегодня тренер предпочел оборонительный вариант. Всегда на Олд Траффорд комфортно и спокойно человеку, в сердце которого живет футбол. Не постесняюсь сказать, что это настоящая колыбель английского футбола. Стадион, ставший историей Англии. В 2011 году северную трибуну Олд Траффорд переименовали в трибуну сэра Алекса Фергюсона, легендарнейшего тренера Манчестер Юнайтед. Игроки МЮ разыгрывают мяч. Первый тайм начался. Посмотрим. Игра должна быть очень любопытная. Лукаку. Поль Погба. Ромелу Лукаку. Спасибо. Отличный пас, сказал соперник. Теперь в атаке уже соперник будет. Роналду. Шикарный пас. Забирает.